Сотрудники управления МВД России Люберецкая подвели итоги оперативно-служебной деятельности за первое полугодие. С отчетным докладом выступил начальник штаба межмуниципального управления Люберецкая Павел Землянский. Основной акцент на мерах предупреждения, раскрытия и расследования преступлений. Благодаря проведению ряда профилактических операций в округе сократилось количество правонарушений. С начала года на территории обслуживания межмуниципального управления Люберецкая зарегистрировано 2174 преступления. Меньше совершено убийств на 33,3%, всего 6. Грабежей на 10,5%, всего 17. Краж общей уголовной направленности меньше на 13,4%, всего 473. Краж транспортных средств меньше на 64,7%, всего 6. Угонов меньше на 36,8%, всего 12. За отчетный период раскрыто 1300 преступлений. К уголовной ответственности привлечены 1016 человек. Снизилось число ДТП и пострадавших в них. Еще две важные темы – борьба с дистанционным мошенничеством и усиление контроля над мигрантами. На территории городских округов Люберцы, Котельники, Дзержинский, Лыткарино, Московской области по состоянию на 1.07.24 поставлено на миграционный учет по месту жительства 64 794 иностранных гражданина и лиц без гражданства. Судебными приставами вынесено 1246 решений об административном выдворении иностранных граждан за пределы Российской Федерации. Наибольшее количество преступлений совершено выходцами из республик Узбекистана – 33, Таджикистана – 21, Белоруссии – 18, Киргизии – 18, Армении – 8. На территории обслуживания Люберецкой полиции установлено более 13 тысяч видеокамер, подключенных к системе «Безопасный регион». Благодаря им с начала года оперативно раскрыты десятки преступлений. По итогам доклада за отчетный период работа межмуниципального управления МВД России Люберецкая признана удовлетворительной. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.